Сегодня на одной площадке собрались ведущие предприятия России и республики для того, чтобы принять участие в работе 6-й межрегиональной специализированной выставки «Информационные технологии, телекоммуникации, связь, безопасность». В выставке принимают участие более 50 компаний, представляющие 15 регионов России. Для горожан и гостей столицы представлены информационные технологии, приборостроение, производство, промышленное оборудование и многое другое. Как заявляют организаторы, во время мероприятия каждый желающий сможет получить исчерпывающую информацию от профессионалов, узнать о новинках отрасли и найти новых партнеров и клиентов. Это и постоянные участники, и вновь прибывшие в этом году. Это очень нас радует. Все выставки у нас, они тянут за собой и инвестиции в нашу республику. Мы примерно посчитали, что они уже перешли в рубежи там, миллиард рублей. Вот, это и по строительству оптоволоконных линий связи, по оборудованию и так далее. Вот. Ну, в этом году также мы видим очень активное участие, и сегодня людей много.